Клиенты, компания Ханма, город Набережные Челны. И сегодня расскажем о нашем картофелеборочном комбайне однорядном, какие особенности, из чего состоит, как бы и так далее. В общем, по конструкции, смотрите, она состоит, это первое, это основание, на которое все вешается, как бы он же и корпус. Металл здесь везде 0,9 к 2С используется, все это режется на лазере, гнется, как бы и сваривается. Толщина металла здесь шестерка, вот эта вот щека. Спереди у нее нож десятка идет, приваренный нож усиленный. Вот. И все вот эти верхние проушины, гнутые проушины, заднее усиление тоже десятка и восьмерка. Вот сзади у нее, обратите внимание, здесь есть вот такое вот помещение, так называемый бункер для сбора плодов. И сзади закрываемая такая заслонка, дверца. Она вверх поднимается, опускается, чтобы можно было собрать плод и, соответственно, выгрузить, как бы при необходимости, после того, как все собралось, в этом месте все это выгрузить под просушкой и так далее. Эти дверцы вообще можно убрать, чтобы она, как в обычном режиме, выгружалась за счет дополнительного, как бы, места, она еще и ощущается и так далее. Вот я сказал, корпус, сзади дверца, сам транспортер, про нее тоже расскажу. Сверху идет такая вот резиновая лента. Вот она, специально мы ее добавили, чтобы она, плоды при поднимании, чтобы вращались, как бы относительно этой ленты, и дополнительно ощущались, чтобы сюда падал уже чистый картофель. Как бы это очень большой плюс. Многие про это просили давно. Вот редуктор, такой же импортный редуктор у нас, угловой редуктор. Передаточное число от 1 к 1. Карданный вал комплектуем при необходимости. В базовой комплектации карданный вал не идет. Вот крепежные пальцы у нас два комплекта, или 22 на 19, или 28 на 25. Можем также вариант 28 на 22. Это уж тоже по согласованию. Здесь у нас идет мягкая муфта идет, срезной болт идет, ось подачи, и внутри подшипника и механизм. И тоже здесь гостовская цепь 19, которая приводит движение уже, соответственно, большую звезду. Как я уже сказал, здесь вот звезда 13 зубьев, здесь 45 зубьев. За счет этого получается у нас понижение скорости транспортера, чтобы она слишком быстро не вращалась. Вот звезды здесь тоже очень качественные, с закаленными зубьями. На предыдущей модели мы про это снимали, рассказывали. Как бы звезды здесь такие же. Подшипники везде самоцентрирующие, корпусные, с двух сторон. В любом городе они есть в дальнейшем по мере износа. Пресс-посленка у них есть для смазывания. Вот. Особенность этой модели, как я уже сказал, является здесь, ну, помимо дизайна, помимо того, что здесь супер крепкий металл, помимо того, что здесь везде цельные оси, вот эти вот усиленные, мощные звезды идут на механизм подачи, мощный транспортер из гостовской цепи 25, который вы никогда не порвете, не растянете. Вот здесь вот особенности следующие. Вот это вот верхнее крепление, она может двигаться как в правую, так и в левую сторону. Максимально до 25 сантиметров, чтобы можно было попасть в нужный вам ряд. То есть разные трактора с разной колейностью. Иногда две колеи остаются, иногда одно колее остается. Иногда надо смещать, иногда по центру. Это уж вы сами смотрите, передвигаете. Регулируется это за счет вот этого вот верхнего кронштейна крепежного у нас сварной. Крепится на болтах. На 8 болтах крепится, соответственно, на вот эту раму. Вот эти отверстия здесь, множество ходов регулировки. Можно точно настроить, как вам это необходимо. Плюс большим преимуществом здесь является, как я уже сказал, вот этот сборный бункер. Тоже многие про это просили. Не всем она, конечно, нужна. Но вот кто вот как раз спрашивал про нее, как раз для них прекрасный вариант. Как я уже сказал, вот дверцы можно совсем убрать. По стареньке все это, чтобы высыпалось, как бы это тоже можно сделать. Плюс мы здесь, в отличие от предыдущей модели, в отличие от, как бы, первой нашей модели, не предыдущей, а первой, вот здесь вот мы добавили защитный кожух, чтобы цепи можно было смазать, чтобы они от пыли потом не забивались грязью и так далее. Ну, ключевое, как я уже говорю, здесь смещение в сторону вот этого крепежного узла. Давайте про цепь еще раз тогда расскажу. Цепь здесь идет гостовская 25-я, заводская. Вы ее не растянете, не порвете, по крайней мере, для этого узла более чем мощная, как бы, конструкция. Прутки здесь идет 10-е. Расстояние между ними
минимум 27. Она идет поменьше, побольше, поменьше, побольше, чтобы картофель ложился. То есть даже мелкий картофель особо не высыпается, как бы все собирается. Плюс здесь у нас, в отличие от первой модели, которая у нас тоже на сайте, есть срезной болт, как бы есть во всех моделях, но тут еще есть вот эта мягкая муфта. Так называемая мягкая муфта, чтобы при начале вращения как бы все это компенсировало удары и так далее. Вот редуктор у нас идет 6-шлицевой, при необходимости можем снабдить переходником на 8 шлицов, при необходимости можем скомплектовать карданный вал. Опять-таки пальцы имейте в виду при заказе тоже. Или 22 на 19 первой категории, или второй категории 28 на 25. Или бывает еще трактора у нас, это 25, по-моему, 28 на 22 тоже бывают варианты трехточки. Эту модель мы уже делаем с прошлого года. В конце прошлого года мы ее разрабатывали, прошлый сезон. Сама конструкция, это уж основной механизм уже давно испытан. Ну вот нововведение, это все, конечно, есть улучшение. Опять-таки толщину ножа мы увеличили. Раньше была шестерка, сейчас здесь тоже восьмерка идет. Довольно толстый нож. Подшипники тоже заказываем качественные. До этого мы у себя в Челнах заказывали, они бывали, что трескались и так далее. Там не... Поэтому перешли на более дорогого производителя. Корпусные подшипники. И осики, смотрите, здесь диаметр вот этой оси, это цельная ось, калибровка 30. Здесь тоже цельная ось с калибровкой 30. Вы ее не сломаете, не порвете никак. Звезды там внутри приварены по всем контурам с двух сторон. Звезды транспортера, имею в виду. Ну и вот, конечно, сам дизайн. В принципе, копалки похожи, есть модели на рынке, на российском рынке. Ну, это как с автомобилем. Все качество понимаешь только после эксплуатации. Вот кто у нас уже заказывал, они вот только положительные отзывы. Все пишут, фотографии высылают, там двух-трехгодичной давности еще отгрузки у нас были, самые первые модели. Даже они прекрасно работают. То есть, если хотите взять один раз, навсегда, наверное, слишком пафосно, наверное, будет сказать все-таки. Ну, надолго. Вот постоянно не ремонтируют эти транспортеры. Вырывает крепление у них, вырывает, ломает вот эти валы у других производителей. Что только, какие только нам не высылают фотографии от других производителей. И потом все равно заказывают у нас. Если хотите качественный товар, то, пожалуйста, обращайтесь. Находимся мы в городе Набережные Челны, Татарстан. Работаем с организациями, работаем с физлицами. Отгружаем транспортными компаниями. То есть любой город, любой населенный пункт можем организовать доставку. Посмотрите все наши товары, которые есть у нас на сайте. Для примера, для понимания уровня качества наших товаров. Кстати, по копалкам у нас там есть сейчас в разработке, в производстве картофелесборочные комбайны, двухрядные, четырехрядные модели, шириной захвата до 3 метров, с огромным бункером, самовыгружающимся на гидроцилиндрах. То есть все это мы сами разрабатываем, все это мы сами производим. Будем рады любой обратной связи. Если у вас есть предложения, замечания, мы как бы только за. Мы всегда очень чутко на все это реагируем и всегда с каждой партией пытаемся улучшать наш товар. Все, благодарим за внимание. До свидания, спасибо.